продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Ликвидировать заиждивенчество. О таком решении заявил глава Тувы Шалбанкарол в отношении Конституционного суда Тувы. Основная единственная причина – это бездействие структуры. Считаю нонсенсом любое иждивенчество, когда можно, не работая, получать доходы. Вот именно поэтому я намерен в ближайшее время инициировать законопроект, чтобы из структуры власти убрать такой институт, как Конституционный суд Тувы, сообщил Шалбанкарол на своей странице ВКонтакте. По его данным, бюджет региона ежегодно тратит на содержание суда около 30 миллионов рублей, когда как структура несколько лет подряд не рассмотрел ни одного дела. Он даже не позволил себе инициировать какое-либо общественно значимое дело. Напомним, Конституционный суд Тувы сформировали в 2003 году. Согласно информации на официальном сайте суда, он занимается рассмотрением законов, конституционных законов и иных нормативных правовых актов республики. Отмечается, что с момента образования за 6 лет работы Конституционный суд Тувы рассмотрел 53 обращения. После 2009 года статистика рассмотрения обращений не указано. Министерство спорта и молодежной политики Тувы после реорганизации в Минспорт возглавил тренер Субудай Мангуш. Функции регулирования молодежной политики перейдут в создаваемое в структуре аппарата правительства Тувы, так как требует координационной работы со всеми министерствами региона. Обновленное министерство возглавит тренер-преподаватель школы ЦСКА Тыва Субудай Мангуш. Об этом сообщил на церемонии проведения бала «Спортивная элита 2019» глава Тувы Шалбанкарол. Субудай Мангуш принадлежит известной спортивной династии, отметил премьер. Адам Текеев, руководящий Министерством спорта и молодежной политики с октября 2016 года, возглавит направление молодежной политики в структуре аппарата правительства. Склад-магазин «Виктория», декоративная косметика, аксессуары и многое другое. Оптовикам скидка 40%. Улица Энергетиков 3/3. Не 1000, не 100, не 10, а всего один. Подключи интернет за 1 рубль. Подробности на сайте www.tuva.ru и по телефону 37070. Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». Телефон и аппарат бесплатно. Общайтесь без ограничений. Подключите телефонную связь и получите аппарат бесплатно. Принять участие в акции могут только действующие и новые абоненты сети интернет от АО «Тыва Связинформ». ТСИ 37070 www.tuva.ru. Красота притягивает взгляды. И подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские меха. С 19 по 25 декабря. ЦУМ. Подключите услугу высокоскоростного безлимитного интернета и IPTV. И получите приставку и роутер бесплатно. Подробнее об акции на сайте www.tuva.ru и по телефону 37070. Инспекторы ГИБДД задержали водителя, скрывшегося с места ДТП со смертельным исходом 19 декабря около 8 часов утра. В дежурную часть Кызыла поступило сообщение, что на улице Энергетиков Левобережного дачного общества Кызыла совершен наезд на женщину в возрасте около 40-45 лет. От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте происшествия. В нарушение правил дорожного движения водитель, причастный к ДТП, скрылся с места происшествия. На его розыск был ориентирован весь личный состав управления ГИБДД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Перцовая Левобережного дачного общества сотрудники госавтоинспекции обнаружили следы протектора шин автомобиля, скрывшегося с места автоаварии. При проверке территории одного из частных домов полицейские обнаружили автомашину марки ВАЗ-2114 с признаками повреждения при ДТП. Водителем автомашины оказался гражданин 1979 года рождения. В настоящее время гражданин задержан и доставлен в дежурную часть полиции. Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
В Туве судимый за преступление против половой неприкосновенности мужчина предстанет перед судом за покушение на совершение аналогичного преступления. Следственным комитетом Тувы завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Кызыла. Стоит отметить, что обвиняемый приговором Верховного суда Тувы был уже осужден 12 февраля 1999 года за совершение изнасилования несовершеннолетней, а также за убийство с целью скрыть совершенное преступление к наказанию в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном на колонии строгого режима. Освободившись 7 мая 2018 года по отбытию наказания, мужчина совершил покушение на повторное изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. По версии следствия, 16 мая текущего года около 13 часов на остановке общественного транспорта по улице Лапсанчапа города Кызыла обвиняемый с целью совершения изнасилования подошел к ранее незнакомой 8-летней девочке и представился ей сотрудником полиции. После этого мужчина умышленно ввел девочку в заблуждение о необходимости последовать с ним в отдел полиции к родителям, взял ее за руку и, лишая возможности к побегу, повел в западном направлении по улице Калинина, а затем в южном направлении по улице Московская в сторону аэропорта. Преступный умысел обвиняемого не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам. Малолетняя потерпевшая около автозаправочной станции «Южный» начала плакать. Обвиняемый не смог ее успокоить и ударил кулаком в область живота, отчего ребенок начал плакать сильнее. В связи с тем, что плач ребенка привлек внимание находящихся неподалеку мужчин, один из которых сделал замечание обвиняемому, последний скрылся с места преступления. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Смертность от рака выросла на 19%. Так, в Сибирском федеральном округе самые высокие темпы снижения смертности от рака демонстрирует Хакасия 10%. В Алтайском крае снижение составило 5,4%. В Омской области 1,2%, Иркутской 1%. В остальных сибирских территориях негативная динамика. Наблюдается рост. Лидирует по росту смертности от онкологии Тува. 119,5%. В Забайкалье и Новосибирской области занимают два последующих места. Более того, согласно статистике Здраво России, Хакасия имеет неплохие позиции по числу пациентов под диспансерным наблюдением в онкологических лечебных учреждениях. В республике на учете состоит чуть менее 2000 человек на 100 тысяч больных. По этому показателю республика занимает в Сибирском федеральном округе 8 место. В двух соседних регионах значение показателя достаточно сильно отличается. В Туве 889 человек на 100 тысяч больных. В Красноярском крае чуть более 2000. Напомним, что Минздрав Тувы прорабатывает по поручению главы республики Шалбана Карола проект строительства онкологического центра в Туве. Инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным. В республике нет не только соответствующих помещений, но и недавно было вынуждено закрыться отделение лучевой терапии в связи со 100% износом оборудования. Туве станет на одну детскую библиотеку больше. Тувинская республиканская детская библиотека имени Чуковского объявляет сбор книг для новой библиотеки, которая открывается в селе Тывыхаядзун Хемчикского района. До этого в Сумоне никогда не было детской избы читальни. По данным администрации Сумона, в Тывыхая 1640 жителей, из них 594 – это дети. Численность населения хоть и медленно, но растет. Тывыхаинский детский филиал Дзунхемчикской центральной библиотечной системы расположен на втором этаже сельского клуба. Всех неравнодушных жителей Кызыла просят сделать вклад в развитие детского чтения. Пункт сбора книг находится в Тувинской республиканской детской библиотеке имени Чуковского по адресу Кочетова, 34. Телефон для справок 202-26-3-40-82. В преддверии Нового года мэрия Кызыла традиционно проводит акцию «Добра и милосердия» – сладкий подарок под елку, цель которой – сбор подарков для детей из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей. Принести подарки можно в мэрию Кызыла в кабинет 109 и 110. Телефон 2-20-03-3-43-49. Вручить детям новогодние подарки можно и во время проведения утренников, которые пройдут 27-28 декабря в арт-центре на Исылал и ДК «Енисей». Спасибо.
Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам – такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. По республике ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13. В Кызыле переменная облачность, без осадков, ветер западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью -24, -26, днем от -18 до -20 градусов. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам.